Привет, друзья! С вами Кирюха, канал «Мы из Краснодара». Один из подписчиков посмотрел ролик про мою перцовку, которая называется «Поцелуй дракона», и предложил свой вариант перцовку сделать на изюме. Давайте попробуем, посмотрим. В общем-то, ингредиенты вроде все простые, но при всем при этом интересно прямо, что из этого получится. Смотрим. Итак, с самого начала. Лавровый лист. Один большой или два маленьких. Перец острый. Одну штучку. Аниса. Анис, видите, как выглядит? Пол чайной ложки. Пол чайной ложки кориандра. Два у нас идет черносливика. Одна гвоздичка. 10-12 шариков перца черного. Пол палочки у нас идет корица. И изюма. Ну, я взял чуть больше ладошки. Дальше еще понадобится паприка. Паприки надо 1 чайную ложечку. И 2 столовые ложки сахара. Или меда 1. Ну, у меня нету меда, он закончился, дети все съели. Поэтому будем сахаром обходиться. Дистиллят у меня 50 градусов. 0,7 я взял. Вот так. Приступаем. Ну, давайте... С виновника нашего торжества. О, все посыпалось. Это у нас изюм. Перец я порезал на кусочки, вот на такие дольки. Туда же его. Чернослив, как мне сказали, будет для цвета. Лаврушечка. Корица. Смесь наших специй. Туда же. Чайную ложку паприки. Цвет становится красивый. Ну и парочку столовых ложек сахара. Чик. Все это дело хорошенько сбалтываем и убираем на 2-3 недели в темное место. Смотрим, что получится дальше. Не переключайтесь. Так, ребята, прошло 3 недели. Чуть-чуть я отпил тут недавно. Ну, в общем, фильтруем, показываем, что получилось у нас. Какой цвет, а? Бомбический просто. Пробуем. Я с удовольствием еще раз попробую. Блин, когда же я сделаю на кухне ремонт, а? Ну, ладно. Запах прямо такой. Перец, конечно, ощущается, но в основном какая-то вот прямо сладость. Как пьется мягко. И прогревает, и на языке остается прямо такое послевкусие. Приятное-приятное. Благодарю за этот рецепт, он классный, ничуть не хуже, чем поцелуй дракона. Поцелуй дракона такой жесткий был, а это все-таки помягче и пьется приятнее намного. Прямо суперская вещь, я рекомендую вам. Если хотите видеть еще новые рецепты, ставьте лайки, комментарии, ну и естественно подписывайтесь на мой канал. Ну и там колокольчики ставьте и все остальное. Я вас каждого приобнял. Люблю, целую. До встречи. Пока.